Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Чите наградили журналистов, которые на протяжении года шли в ногу с теми, кто вершит человеческие судьбы, судьями. Конкурс среди средств массовой информации проводится уже в 10-й раз. В 2014 году жюри рассмотрело свыше 200 журналистских работ из 12 информационных агентств печатной и электронной прессы. С каждым годом растет качество публикаций, очерки, и материалы становятся интересными. И я думаю, это идет на пользу. Очень активно в освещении деятельности судов принимают участие и районные газеты, журналистов которых зовут практически на все открытые заседания. У нас есть журналист, который пишет на эту тему и достаточно давно участвует в этом конкурсе. И очень было разных много публикаций, которые вызывали такой диссонанс среди населения, и они всегда были читаемы. И так как они были очень информационно наполнены, мы решили поучаствовать и принять участие. И слава Богу, что очень удачно это сделали. По итогам торжественного мероприятия номинанты медиаконкурса «Ваша честь» были награждены дипломами и ценными подарками организаторов. Александра Леонтьева, Анна Хвостова. Специально для Забинфо.ру.